Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Картина Яна Вермера «Женщина, держащая весы». Картина нидерландского художника Яна Вермера написана в 1662-1663 годах. Трактовка темы и символики картины значительно расходится. Женщина на полотне считалась как символом святости, так и приземленности. На картине Вермер изобразил молодую женщину, держащую пустые весы над столом с распахнутой шкатулкой, из которой свисает золотые украшения и жемчуг. На столе лежит синяя ткань, над ней зеркало, из окна в верхнем левом углу из золотистой занавески льется свет. За женщиной на стене висит картина с изображением страшного суда, который вершит воздевшие руки Христос. Существует мнение, что натурщицей для картины послужила Катарина Вермер, жена художника. Картину в разное время интерпретировали как представление божественной истины или справедливости, либо как призыв к уравновешенности, осмысленной жизни или даже как средство для молитвенной медитации. Одни находили в картине аналогию с притчей Христа о купце, ищущем жемчуг. Другие усматривали в женщине Деву Марию, взвешивающую нерожденные души. Большинство искусствоведов считает, что женщина взвешивает собственные драгоценности. Картина страшного суда на стене служит напоминанием о тщетности земных благ, а зеркало отражает суетность ее занятий. Ну, вот такое описание я нашел в Википедии картины Яна Вермера «Женщина, держащая весы». Пока-пока, до свидания.